и, ну, не нахожу ничего интересного. Но, тем не менее, когда ты заходишь в комментарии, и все вот это, убежать куда-то подальше, потому что это, ну, это прям, вот вы сделали это, вроде как, ну, неплохо сделали, да, ну, как бы... Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. У меня часто такое бывает, что я захожу в комментарии под своими видеороликами и вижу там много вот всяких вот этих вот, знаете ли, предложений, всяких советов о том, что можно снять, о каком проекте можно снять, о каком сервере вообще можно снять, а потом мне добавляются там, знаете, вот друзья ВКонтакте, пишут в личку, говорят, мол, слушай, а вот ты знаешь, что есть вот такой-то проект, и на нем недавно вышло вот это, вот может ты вот про это расскажешь, и постоянно, когда у меня такой, знаете, дефицит каких-то идей, или там я какую-то новость не могу найти, я постоянно обращаюсь ко всем этим списком и, ну, не нахожу ничего интересного. То мне говорят, что там есть какой-то Ares Roleplay, Ares Roleplay, который есть и на компьютере, и на телефоне, и вот они там выпускают большое количество всяких фиксов, обновлений, вообще там, ну, интересно поиграть, интересно вот там все эти вещи поделать, и то, что вообще, ну, я не знаю, там, вот все круто, вот давай зайди, посмотри, расскажи, как там все это происходит. Иногда бывает, там пишут еще какие-то вот эти вот, знаете, подобные вещи, говорят, мол, слушай, а вот что ты снимаешь про этот проект, если есть вот такой вот проект, который, типа, но он получше будет, и типа он от тех же разработчиков или от других разработчиков. Ну расскажи, пожалуйста, ну что ты в самом деле сидишь там, непонятно что делаешь. Ну расскажи как бы, ну что, а то мы вообще ничего не... Мы подписались, мы хотим видеть это, а не хотим видеть вот это вот и вот все прочее. Разумеется, что таких комментариев, их там, я не знаю, 1, 2, может быть 3 штуки, 4, 5, 6. Но тем не менее, когда ты заходишь в комментарии и все вот это мельком даже читаешь, у тебя все это отпечатывается в памяти, и ты такой типа потом... Блять, а что мне надо было заснять? Че мне... Арис, Карис, что-то какие-то прочие сервера, что мне вообще сделать-то надо? Ты во всем этом теряешься, просто начинаешь смотреть на все то, что тебе прислали, там, я не знаю, впадаешь в истерику и вот все прочее начинаешь делать. Именно поэтому сегодня у нас очередные новости по Black Rush. Даже не по ней, а вот немного, так знаете, можно отойти вдаль от всего этого Black Rush и просто вот опять-таки прислушаться к комментариям, которые я видел, опять же, в журнале Life Mobile, потому что по этим самым комментариям можно, наверное, отдельный фильм снять просто с рассуждениями того, что вообще там происходит, как жить-то дальше, что вообще делать, ну что, вот просто вот там это настолько все подобие фрактального божества, существа и все прочее, что ты просто не можешь, ты просто охуеваешь от всего этого и тебе хочется, ну я не знаю, там убежать куда-то подальше, потому что это, ну это прям, это вообще пиздец. Black Rush, она не так давно выпустила опять-таки очередное свое обновление, в котором, ну мол, знаете, там вот наняла какого-то диктора, он там рассказывает о том, что вот, у нас появились вот работы, на этих самых работах у нас есть отдельные скиллы, которые вы можете прокачивать, и после того, как вы их все прокачаете, у вас появится много разнообразных вот этих привилегий, функций. Мы там, у нас, знаете, раньше было пустое поле, сейчас на пустом поле вот эта вся ферма, которую потом у нас возьмет к себе на сервер Барвиха РП, и там вот все будет так, знаете, классно. И опять-таки, вот вроде бы ты смотришь, и тебе все нравится, и ты даже вот как-то ролик-то снимать не хочешь, потому что ну о чем тут рассказывать? Че, просто пересказать то, что сказал диктор, и все, так это ж вообще, это халтура какая-то, нужно же провести хоть какой-то анализ, хоть что-то интересное вот так вот сказать, а потом ты заходишь во все эти комментарии и просто смотришь на все это, как чуваки вот все это пишут и немножечко так, знаешь, ну, охуеваешь от того, что вообще там пишут, говорят, мол, слушайте, вот вы сделали это, вроде как, ну, неплохо сделали, да, ну, не так плохо, ладно, мы это все вам простим, даже если вы плохо сделали, это абсолютно точно не важно, но вот где оптимизация? Вот постоянные игроки Black Rush Roleplay, вот это вот КРМП и все прочее, они постоянно жалуются на оптимизацию под каждым постом, что бы ни вышло, что бы вообще ни сделали, они жалуются на оптимизацию. То есть я думал, что проблема оптимизации это, ну, ты знаете, с каким-то вот таким ограниченным кругом серверов по типу, там, я не знаю, Arizona Mobile и там, ну что еще, возможно, Redmir Mobile скоро добавится ко всему этому списку. А тут оказывается, что Black Rush, который все так хвалят, на который все так, знаете, хотят играть, на который все уже, наверное, играют, потому что, ну, просто все уши прожужжали этой Black Rush, Black Rush, Black Rush, Black Rush, что ты просто вот, ну офигеваешь, что же там такое на этой Black Rush, что все так говорят, что вот зайти на нее поиграть, при том, что Black Rush, она же появилась просто, ну непонятно откуда, что, откуда она взялась, вот это вот, то есть ты существовал, ты спокойно жил, ходил в школу там, знаешь, еще куда-нибудь, может быть в колледж, в универ, и тут внезапно появилась Black Rush, внезапно все на ней начали играть, внезапно все пишут о том, что вот Black Rush, вот это вот да, вот это круто, а вот все остальные
остальные КРМП проекты, вот это, ну, не круто, ну, это вообще говно. Но при том, что Black Rush, она крутая, она как бы крашит, да. И когда нам выпускают какие-то обновления, мы говорим, что лучше бы нам выпустили, знаете, оптимизацию, да, потому что вот у меня, я вчера там, знаете, приехал на ферму, и у меня там закрашилось, да, то есть это вообще, я не знаю, я там вкрашился вообще, что я только не сделал, это, ну, пофиксите как-то все это. И ты просто вот все это читаешь, и, блядь, так Black Rush, это хороший проект? Или все-таки плохой, потому что вот то, какие претензии выражают Black Rush, за это ненавидят Arizona Mobile. Возможно, что на Black Rush все не настолько критично, как на Arizona Mobile, потому что, ну, типа, Arizona, она все-таки такая, знаете, богатый мод, существует уже, знаете, не первый год, а Black Rush, она как бы, ну, уже, ну, так недавненько появилась, и мод разрастается, и вроде как они все это оптимизируют, тем не менее, ничего пока что непонятно вообще. Крутой проект, не крутой, не понятно, что вообще там, ну, я просто, я не знаю даже, что происходит. Однако, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. IP, а также мой никнейм Данте Коннор, а и вот там все вот это вот, знаете, на Arizona RP и вот все прочие вещи, они находятся в описании. Вы можете туда зайти, со всей этой информацией ознакомиться, чтобы вам было прям так, знаете, круто, классно и вообще, ну, замечательно. Вот, заходите туда, там все это узнавайте, там со всем этим ознакомливайтесь. Там же в описании, где IP Arizona RP и там мобайл и все прочие вещи, там же ссылочка на мой телеграм-канал. Всех поздравляю с 1 сентября, надеюсь, что вы будете учиться замечательно, отлично и вообще круто. Скоро, кстати, еще сам PUBG, ну как скоро, там, знаете, 7 ноября или около того. Поэтому, ну, вот так вот, всем спасибо, увидимся тут же завтра в 20:00, либо немного попозже, я точно не могу все это знать. До свидания всем.